Доброе утро тем, кто только что присоединился к нашим экранам. Полицейские страны готовятся ко всеобщей переаттестации. По ее итогам службу в органах продолжат только лучшие сотрудники. На сэкономленные средства им повысят заработную плату, будут решать вопросы обеспечения жильем. Все это инициативы главы государства, озвученные в послании. В дорожной карте по модернизации органов внутренних дел будут отражены новые стандарты кадровой подготовки, а также внедрен новый формат работы с населением. Президент отметил, что казахстанское общество уже давно ждет изменений в правоохранительной системе. В первую очередь это касается полиции, работа которой со временем будет переведена на сервисную модель. Сколько юристов, выпускников, ребят ходят? Надо их образованных взять. Полицейская академия на Западе за 6 месяцев готовит полицейского. Учит простым приемам, закону, как обращаться с человеком, дать хорошую зарплату этим юристам, и они будут работать.